Ажурный узор из журнала «Дуплет». Есть вот такая вот схемка. Это журнал «Дуплет», и тут, в общем-то, все довольно схематично. Но обратите внимание, вот сверху видно направление вязания. Конечно, качество схемы неважное, но разобрать при желании можно. Так вот, как же вяжутся вот такие вот цветочки? Давайте посмотрим. Значит, раппорт этого узора 10 петель, поэтому нам нужно набрать количество петель кратное 10 плюс 1 петля для симметрии узора. Ну, я вот буду показывать это на одном раппорте. Вот я набрала 11 петель. И теперь приступаем. Делаем одну воздушную петлю на подъем и начинаем вязать первый лепесточек слева. Вот я приглядывалась к схеме и разобрала, что там столбик с 5 накидами. Поэтому нам нужно связать еще 6 воздушных петель для другой стороны листика. То есть, ну, обычно вяжутся воздушные петли на одну больше, чем вот накидов, чтобы была одинаковая величина. Значит, 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И столбик с 5 накидами мы вяжем во вторую воздушную петлю. То есть одна воздушная петля у нас на подъем нарисована. Вот так мы и сделаем. Провязываем вот этот вот столбик с 5 накидами. Вот у меня получилось примерно одинаковое по высоте. Что делаем дальше? Дальше мы обвязываем вот весь этот листик, начиная вот со столбика. С каждой стороны у нас будет 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот мы дошли до конца одной стороны. Теперь переходим на другую сторону. Вот, наверное, ниточку лучше вниз. На этой стороне мы тоже вяжем 10 столбиков без накида. Раз. И соединительный столбик вот в первый столбик с той стороны. То есть мы связали вот по кругу, получился такой листик. Теперь переходим к вязанию второго слева листика. Давайте я сделаю, опять приближу немножко, так вот, чтобы было повиднее. Делаем такую же основу листика. 6 воздушных петель. Здесь у нас уже не будет петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с 5 накидами. 5 накидов. Здесь в первую воздушную петлю мы его вяжем. Аккуратненько все накиды, чтобы... Делаем воздушную петлю подъема и 10 столбиков на столбике с 5 накидами. 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10. Переходим на другую сторону листика. И здесь также вяжем 10 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть плотно все обвязали. И соединительный столбик в первый столбик без накида. Соединились. Теперь нам нужно вот этот вот лепесточек. Вот что у нас получилось. Нам его нужно прикрепить вот к нашему начальному ряду. Здесь, поскольку я беру один раппорт, я его прикреплю к первому столбику без накида. А если вязать большое полотно, то нужно вот здесь вот отсчитать 9 столбиков и к 10 прикрепиться, к последнему столбику прикрепляемся столбиком без накида. Вот такой вот получился первый ряд наших листиков. Теперь нам нужно связать 2 лепесточка наверх. То есть нам нужно связать воздушную цепочку вот где-то вот до этой точки. Сколько там воздушных петель, неизвестно. Давайте посмотрим, что мы будем делать в конце ряда. В конце ряда вот здесь замыкается мотив столбиком с 9 накидами. Поэтому я попробую связать 10 воздушных петель на подъем. Если этого будет мало, ну, надо будет носить коррективы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, и так вот померяю. Вроде бы как должно хватить. Теперь мы вяжем правый лепесточек. Вот эту вот петлю я замечу, десятую. Делаю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с 5 накидами. В первую из 6 воздушных петель. Воздушная петля подъема. И 10 столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Также переходим на другую сторону и вяжем еще 10 столбиков без накида. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Сделать соединительный столбик и прикрепить вот этот вот лепесточек вот сюда вот столбиком без накида. Вот такая вот получается уже конструкция. Ну и последний лепесточек в этом раппорте вяжем абсолютно так же. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 5, 6. Столбик с 5 накидами в первую петлю.
петля подъема, 10 столбиков без накида, здесь у нас уже все прикреплено. Значит, можем сразу переходить на другую сторону. Также еще вязать 10 столбиков. Соединяем нашу обвязочку. И чтобы все это уже закончить, вот в это место, то есть, ну, чтобы край зафиксировать, столбик с 9 накидами. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. В общем, такой вот рекордный столбик это вот вяжется в эту петлю подъема. Аккуратненько, чтобы этими накид, такой вот длиннющий столбик. Вот такой вот мотив у меня получился в результате. Сразу хочу сказать, что я показываю все на нитках средней толщины, то есть это примерно 300 метров в 100 граммах. Но, конечно, такой узорчик лучше вязать из тоненьких ниточек. Тогда он будет меньше. Так, в общем-то, видите, довольно-таки такие большие цветочки получаются. И может быть, но это нужно смотреть уже по ниткам, то есть вот эту вот основу тоже взять побольше, не 10 петелек, а побольше. То есть все это нужно уже пробовать и по образцу посчитать, какой, сколько вот, сколько у вас петель вот на подъем будет по краю, сколько для основания, то есть все это лучше посчитать, чтобы потом нигде не стягивала. Ну и в конце узора тут тоже, очевидно, предполагается, так сказать, вот цепочка из воздушных петель.